По условиям республиканской программы по выращиванию гусей партнерам бесплатно выдается стартовый комбикорм. Условия возврата гусей прежние – 20% от полученного количества. Количество выдаваемого комбикорма зависит от даты получения суточных гусят на откорм. На одного гусенка выдается в первую неделю апреля 1,5 килограмма, с 8 по 14 апреля по 1, а в третью декаду апреля по 0,5 килограмма. Условиями бесплатного получения гусят и комбикорма является наличие заявки по телефону и договора, который необходим. Необходимо составить с 6 по 20 марта. Кроме того, есть возможность продать представителям компании «Башкирский гусь» пуховое сырье. Партнерам предлагается клеточное оборудование для выращивания гусят суточного возраста. Условия предоставления оборудования также зависят от партнерских отношений по выращиванию гусей и продаже перо пухового сырья. По всем вопросам обращаться по телефонам, которые указаны на экране.